Ну и стоит отметить, что сегодня мы уже говорили о том, что Ханский дворец сейчас находится в стадии реконструкции, а сейчас к нам присоединился гость, как раз-таки директор Государственного казенного учреждения Республики Крым, Крым-наследие, Александр Васильевич Политов, который, я думаю, более подробно нам на эту тему и ответит, расскажет. Тема животрепещущая, я признаюсь честно, очень волнуюсь за наш Ханский дворец. А мне кажется, зря волнуется. Вот действительно, сейчас в интернете очень много споров по поводу реставрации, что этого делать не надо, что нарушается историческая целостность и так далее. Вот вы с этим согласны? Добрый день. Когда мы говорим о Ханском дворце, мы должны все понимать, что Ханский дворец – это единственный в мире пример дворцовой крымско-татарской архитектуры. Безусловно, на протяжении веков Ханский дворец реставрировался и уже реставрировался после присоединения Крыма в первый раз Российскую империю. Поэтому каждую реставрацию были какие-то вопросы. Были вопросы о надобности этой реставрации. Были... То есть недовольные всегда находились? Конечно. Любая реставрация, она подразумевает даже частичную, но потерю аутентичности объекта. Ну, так оно бывает. Пока методы реставрации полностью сохранить аутентичность объекта, конечно же, не предусматривают. Однако те работы, которые были выполнены в рамках федеральной целевой программы в 2016, 2017, 2018 году, они как раз дают предпосылки для проведения того комплекса ремонтно-реставрационных работ, которые возродят Ханский дворец в том былом величии, которым он был в 2017-2018 году. Ну а что вы имеете в виду? Что будет сделано такого, что возродит? Будут восстановлены многие элементы, которые на сегодняшний день утеряны. Это в отношении Ханского дворца, в том числе и то, что касается живописи. То, что сейчас в какой-то степени утеряно или скрыто под слоями, это будет законсервировано и отреставрировано. Живопись на... Но я знаю, что действительно Ханский дворец изнутри был полностью расписан, что не было даже ни одного сантиметра белой штукатурки, но хотя мы знаем совершенно другой его вид. Как раз-таки... Ханский дворец... За... Его... Вот белые стены его знаем. Ханский дворец очень сильно видоизменялся, и многие росписи уже были поздние. Были расписаны в 19 веке, были расписаны уже в 20 веке. Там огромное количество наслоений исторических. Раскрывать каждый нет смысла. То есть каждый слой живописи, он сам по себе уникален. Он является отображением той эпохи, в которую ее нанесли. Поэтому историки, которые занимаются вопросом живописи, в частности, на Ханском дворце, они, конечно же, исходят из этого посыла, что каждый слой, он уникален, он должен сохраняться, и раскрытие каких-либо поздних слоев, они, конечно, имеют большое историческое значение, но это очень сложный процесс, и... Углубляться тогда углубляться... не будем, и в прямом и переносном. В принципе, этим вопросом занимаются, и занимаются специалисты. Александр Васильевич, ну вот все-таки предпочтение отдастся слою 16 века или 19-го? А чем 16 век лучше 19-го? Ну вот я поэтому и спросил вас. Ну вот это уже ответят историки. Историки, искусствоведы, о какой слой, а может быть как-то они будут выставляться отдельно, да, то есть если какие-то технологии будут возможны. Но тут по вопросу живописи еще точка не поставлена. Я знаю, что активно идет реконструкция крыши мечети, там очень сложная ситуация. Не могли бы вы прокомментировать и рассказать немножко? На крыше мечети была заменена кровля, черепица. Ну вот в черепице, я знаю, заключается вся проблема, потому что не устраивала современная черепица. Когда мы говорим о Ханском дворце, безусловно, Ханский дворец, это он воспринимается крышами. Многоуровневая крыша, это черепица, она, когда она начинает уже зеленеть, это очень красивый элемент архитектуры Ханского дворца. Но та черепица, которая окрывала Ханский дворец в 16 веке, она утеряна. Ее нет на Ханском дворце, и в период реставрации, которая проходила в 17-18 году, ее уже не было на Ханской мечети. То есть это тот новодел, который был установлен на Ханскую мечеть в последнюю реставрацию.
И те мероприятия, которые были выполнены в рамках противоаварийных ремонтно-реставрационных работ на Ханской мечети, это на сегодняшний момент попытка сделать объект эксплуатируемым. Безусловно, черепица была установлена абсолютно правильно на этот объект, она там всегда была. Другое дело, что турецкую черепицу мы заказать не могли, потому что на тот момент были санкции в отношении турецких материалов строительных. Поэтому, да, установили черепицу, может быть, не той конфигурации, которая была, но, к сожалению, мы уже не знаем, как должно быть. Как должно быть. Поэтому те мероприятия, они выполнены качественно, и они выполнены надежно. И крыша не будет протекать, самое главное. Объект же эксплуатируемый, это мечеть, там будут люди. Да? Безопасность людей, это все-таки тоже важный элемент. Важнее. Что касается еще реставрации, может быть, еще какие-то планируются работы такие сделать, достаточно необычные, уникальные? Ханский дворец – это 16 объектов культурного наследия. Ансамбль. То есть в российском законодательстве он поставлен как объект культурного наследия федерального значения. Внутри ансамбля определено 16 объектов. В рамках 13 объектов в прошлом году были заключены государственные контракты на разработку проектной документации по этим объектам. По факту проектная документация разработана, мы сейчас заходим в экспертизу на проверку проектных решений и на проверку достоверности сметной стоимости. В итоге в октябре месяце у нас будут получены положительные заключения, и уже Министерство культуры Республики Крым будет проводить торги на проведение ремонтно-реставрационных работ по каждому из этих 13 объектов. Параллельно Минкультом размещена документация на разработку проектов по баням Сарагузель и по ротонде надгробной. То есть, в принципе, через 3-4 года, я думаю, Ханский дворец он будет полностью отреставрирован. И снова там можно будет прогуляться. Это, по-моему, просто прекрасная новость. Да. Спасибо большое. Но я так понимаю, что у нас еще будут с вами поводы встретиться. Вы говорите, что сейчас рассматривается все на экспертизе. Я напомню, у нас сегодня в гостях Александр Васильевич Политов, директор государственного казенного учреждения «Крымнаследие». Мы двигаемся дальше. И возвращаясь к теме истории, хронограф, что же сегодня произошло в этот день, но много лет назад, прямо сейчас?